Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины и железеца и сия исполняй, сокровище благих и жизни подателю Христа исцелительный, и очисти не от всякие скверы, и спаси блажи души нашим. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззаконие наше. Святый, посети истинно немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да прийде царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, милый, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите поклониться Цареви нашему Богу, придите поклониться и преподем Христу Цареви нашему Богу. Придите поклониться и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вольми молению моему, внуши молитву мою не в устах крестивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои на велика правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ношию, искусил ми еси и не обретися во мне неправда. Яко да не возглаголю от уста мое дел человеческих, за словеса устен Твоих, аз сохраних пути жестоким, соверши ступы моя в стезях Твоих, да не подвижут все ступы моя, аз воззвах, яко услышал мне, си Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай уповающие на дел противящихся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крыло Твое покрыешь мне, от лица нечестивых устраших мне. Врази мою душу мою удержаше, дух свой затвориши, уста их глаголаше гордыню, изгоняши меня ныне, обойдоши меня очи свои, возложиши, уклоните на землю. Объяши мне, яко лев готов на лов, и яко с имен обитает тайны. Воскресни, Господи, предвари и запни, избави душу мою от нечестивого оружия Твое, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполни сердчево их. Насытише се сынов и оставише останки младенцем своим, аж же правду явлюся лицу Твоему, насыщу се внегда и видим и все славе Твое. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тя уповать, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют ми се врази моим, ибо все терпящие не постыдятся, да постыдятся беззаконную живот же.
Пути Твоя, Господи, скажи ми стезям Твоим научимям, наздави ми на истину Твою и научимям, яко Ти си Бог спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни щедротой Твоя, Господи, милости Твоя, яко от века су. Грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, чего ради законоположить согрешающим на пути, наставить кроткие на суд, научить кроткие путем своим. Все пути, Господи, милости истина, заискающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, но поест. То есть человек, бояйся Господа, законоположить ему на пути Его же изволи. Душа Его во благих во дворице и семьи Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его и завет Его я видним. Учи мой вынуку, Господу, яко Твои стороны, то цети нози мои. Презри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть нас. Скорби сердце моего умножившись и от нужд моих изведимя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вишь враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедным возненавидящим я. Сохрани душу мою и избави меня, да не постыжусь, яко уповах на тя. Не злобиви и прави, и прирепляхуся мне, яко потерпите, Господи. Избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче умей меня от беззакония моего, от греха моего, очисти меня. Яко беззаконие мое, знаю, и грех мой предо мною избынен. Тебе единому согрешив, и лукавое пред Тобою сотворив. Яко да оправдишися в условии всех Твоих, и победишься всегда судить этим. Себо в беззаконии зачат есть ми во гресех, роди мя мать моя. Себо истину возлюбил еси безвестно и тайная премудрости Твоя явил ми и меси. Окропиши мне и сопом и очищуся, умоеши мне и паче снега уберюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто, сузижди во мне Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не утвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго не отойми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом владычным утверди меня. Научу беззаконное путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои утвердящи, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хубу, все сожжение неблаговеще. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижнутся стены Иерусалимские. Тогда благоволеющий жертву правды, возношение и всесожигаемым, тогда возложат на алтарь Твои терцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Что безначальное слово Отцу и Духови, о Деве рожися на спасение нашим. Господим верни и поклонимся, яко благоволи плотью зайти на крест, и смерть претерпеть им, и воскресите умершим, славным воскресением Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, любовью к Богу распаляем, жизнь свою мученически за Христа и ближних положил Есим, всего ради венец правды от Него приял Есим. Молився благаго Бога священно мученичи Иоанне, церковь святую сохраните в мире и спасти души наши, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородице, Ты си лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молися, владычице, со святым и апостолой, помиловати души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Успешит нам Бог спасений наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззакония наши, святые посети и исцеление души наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да прийде Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несе, и остави нам долги нашим, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Коа го спаси мој сушел еси, и врата се крушива, јако си силен, умерших, јако создатель со воскресил еси, и смерти жало сокрушил еси, и Адам от клятва избавлен бъще веку любчим, тем же все зовем, спаси нас, Господи. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый, Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, иже праведнее, любя и грешнее, милый, иже связывая ко спасению, утешание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часы и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, святители, соучисти, помышления исправи, мысли учисти, избави нас от всякие скорби, злые болезни, угради нас святыми Твоими ангелами, до ополчениями, соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и праздни преступные Твоя слава, яко благословение си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога Словорожию, сущую Богородицу тебя величаем, именем Господним Владыку благослови. Аминь. Владыку Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святый Душе, Единно Божество, единна сила, помилуй мне грешного и ими живеши судьбами, спаси меня достойного раба Твоего, яко благословение си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси ми, силе Твое суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст мои. Яко чужди его старше на мне и крепче заискаше душу мою и не предложише Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Он вратит злая врагом моим, истиною Твою потреби. Бою пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благом. Яко у всякие печали избавил мне еси на враги мое возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моление моего. Подними и услыши меня во скорбей печали у моей и сметовся от глаза вражи от служения грешничам. Яко уклонишь на меня беззаконие и в гневе враждуваку мим.
сердце мое смертейся во мне, и боязнь смерти напади на меня, страх и трепет приди на меня, и покрыми тьма, и кто даст мне крылья по глубине, и полишу, и пучею, все удалися в бега, и водворися в пустыне, чая Бога спасаются на мне, полудуши от бури, потупи, Господи, раздели языки, я увидел их беззаконие, пререкание в ограде, не минущие убыли, не пусти нам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не осудил, что в его литвы и лес, яко аще бы враг поносил, не претерпел бы кубу, и аще ненавидим, и на мягкой речь бы укрыл бы их от него, ты же человече равнодушный, владыку мой, знаемый мой, и же вкусно наслаждался, если со мной украшен, Дому Божий, ходи по единомышлениям, да придет же смерть на ня, и да снидут в очели, як у лукавства в жилищах их посреди, а с Богу возврати Господу слышим им, вечер и за утро, и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, я полумножит, яко со мною, услышит Бог и смирит язык прежде век, нет бы и изменения, як у него боящихся Богом, простре руку свое на воздаяние, оскверниши завет его, разделишися от гнева лица его и приближишися сердца их, умякнуши словеса их паче и леетат от стрелы, вот сверзи на Господа печатку, и то эти припитает, не даст век новый праведнику, ты же Божий не следишь, в дурине с мислением, мужи и труды и пси не приполвят не и свои, так же Господи уповаю на тебя, Силы Бога Всевышнего, в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, беззаступник мой, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавить и уцепил общий от слова всем мятежным, прежма своим ученики, подстреле Его надеющимся, оружием убыли пейки на Его, и убоищите от страха нож нагу, от стрелы летящие в огне, от вещи в огне приходящие, от стрящей веса полуденного, падет от страны их бояты, сердце их мал весную, тебе же не приближить им. Обаче очима твоима смотришь, и воздаяние грешника путришь им. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положил, если прибежище твое, не придет тебе зло, и рано не приближится тебе сит моему, яко ангелом своим заповесту тебе, сохраните тебе во всех путях твоих, на руках возьму ты на никогда приткнешь ее каменному твою, на аспиды и василиска наступишь, и поперечь льва и змея, яко на мя уповаю, избавлю и покрыю, яко познай имя мое, воззовешь мне и услышу его, сними скорби, изму его и прославлю его, долготою дни исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Собезначальное Слово Отцу и Духови, от Девы Роши и Сына спасения нашим, Господим верни и поклонимся, яко благоволи плотью зайти на крест и смерть претерпеть и воскресите умершие славное воскресение Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, любовью к Богу распаляем жизнь свою мученически за Христа и ближних положил Еси, всего ради венец правды от Него приял Еси. Молився благаву Бога, священну мученичи Иоаннин, Церковь Святую сохранити в мире и спасти души наши, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имаме дерзновение за премногие грехи наши, Ты иже у Тебе роши во всему ли Богородице Деву, много поможет моление матерне ко благосердию владыки, Не презри грешных, мой бы все чистые, яко милости тесни спасни моги, и же и страдать у нас изволиваем. Скоро да предварят на щедрота и Твоя, Господи, яко огни шахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, славе ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего.
Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашим. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцеление муши нашим, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да прийде Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, и яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Куаду спаси мой сушел еси, и врата сокрушива, яко всесилен, умерших, яко создатель су воскресил еси, и смерть, и жалу сокрушил еси, и Адам от клятвы избавлен бы человеку любчим, тем же всезовем спаси нас, Господи. Господи, милый 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 Господи, помилуй. Господи, милый 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 Господи, помилуй. Господи, милый 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 Господи, помилуй. Господи, милый 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 Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый, Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготровный, иже праведнее, любя и грешнее, милый, иже всязовый ко спасению, грешание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часы и молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши усветите веса, учисти помышления и исправи, мысли учисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни. Огради нас святыми Твоими ангелами, дополчениями, соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и разум непреступная Твоя слава, яко благословенни си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Бога Слово рощую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним Владыко благослови. Аминь. Божий Господи, силы всея твари судетелю, и же за милосердие беспрекладная милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославай на спасение рода нашего и честным Его Христом, рукописание грех наших растерзавай, и победивай тем начало и власть тьмы. Сам Владыко, человеку любче, прими нас грешной, благодарственной, сей молебной молитвой, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобить нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвозди страху Твоему плоти нашей, и не уклониться из бед наших, словеса или помышления лукавствием, но любовью Твоего изви души нашим, да к Тебе всегда взирающим, и еже у Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий светом, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, Соединородным Твоим Сыном, и всесвятыми, благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Петре, о Господине нашем, Преосвященнейшем Архиепископе Петре, честе Пресвитерского Христе, Дьяконстве, во всем пресне идете, Господу помоги. Господи, помилуй. Господи, сын, постигни позднее, о Богохрани, Господи нашего Спирски и Православный Великий, о Отечестве и России, и слушай о спасении, Господу помоги. Господи, помилуй. О, же избавите люди свои от родителей и гнетителей, а же в жизни их единого света, от юга и путешествия, Господу помоги. Господи, помилуй. Господу помоги. Господи, помилуй. О благорасхорение Господа, изобилие плодов земных и бремен мирных, Господу помоги. Господи, помилуй. Господу помоги. Господи, помилуй. Избавьтесь от этого сердца, скорби, гнева и нужды. Господу помоги. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже. Нашу Богородицу и Христодеву Марию, со всеми святыми поведавши сами себе и к друге весь живот наш Христу. Amen.
Oh.
Пресвященнейшие митрополиты, архиепископы, епископы, весь священничий монашеский чин, весь причерковный, да помяни Господь во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Доброе утро, у нашего
Yes.
милости Божий наш, источник жизни, бессмертия всего, твари видимые и невидимые свидетели, безначального Отца, собресосужды, сидей, собезначальный, вернуть я ради благости, последние дни, плоти, волки, сиры, снызи, не погребись за день, неблагодарные, злонравные, и твои кровью, родимые, растевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреши по Господи, согреши на небо, и пред Тобою несем достоин воззрите на высоту славы Твоя, про небо во Твою благость, Твоя заповедь приступи, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобився, и долго терпели в жизни, много милостив, не предал и земля погибнуть, и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая прощения. Ты порекал, если человека любше пророка Твоим, я хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, живо выйти ему, не кошешь его, владыка, создания Твоей руку погубить, и неже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастись, и в разуме истине обвинить. Тем же и аж и недостойнее сим небеси и земли, и сия привременной жизни, всего себе повинув греху и сластем по работе, и Твой осквернив образ, но творение создания Твои мы, не чаевая в свое спасение каяны, на Твое же безмерное благоутробие терзай прихожду. Прими его во имя человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, и яко матеря, и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся. К себе призываю, покаявая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать из внутреннего страсти Твоих, ягода чистым сердцем, сведением совести моей, святым Твоих чад прежде, соединюсь я святому телу Твоему и крови, и имею Тебя во мне, живущие и пребывающие, с Отцем и святым Твоим Духом. Аминь. Твоя Отца и Сына, и Святаго Духа, Братья и Сестры, сегодня воскресны Евангелие, апостол Евангелиста Луки повествует нам о чудесном исцелении гадаринского бесного. Человека, который жил в населении нигде, поскольку был, сегодня мы сказали, психически нездоров, больной человек. И как бы сегодня в Евангелии Луки остро находиться среди людей. Более того, люди по возможности старались уходить это место. А жил он, как Евангелие говорит, в городу, но это не в сегодняшнем нашем понимании. Конечно, это в то время вот, специально готовили для погребения людей пещеру. И вот когда человек побывал, в определенное время человек находился в этой пещере. Практически для всех, кто мог себе позволить, эти пещеры были уготованы. И ждали просто своего часа. Человек побывал, когда это была пещера для своей семьи, человек побывал и находился в этой пещере. Потом собирали его, заговаривали в другое место. Пещера оставалась. И вот в одной из таких пещер жил этот больной бесноватый человек. Люди обходили его стороной, что иногда он вот в этом состоянии не вменяемости. Он мог нападать на людей, и люди боялись, конечно. Жил он без одежды, и насколько был поражен вот этой болезнью беснования, настолько был поражен этим злым умыслом бесовским, что он не мог сам находиться среди людей и предстал пред Господом. Конечно же, бесы ощутили, кто перед ним. И более того, они взмолились ко Христу, чтобы он не отсылал их, Евангелие говорит, в бездну, в место, где бы они мучились. И попросили позволить
легион. Назвал Салон и легион, как мы знаем, в римской армии это 6 тысяч человек. Сокровище число. И, конечно же, эти бесы называют, вот это слово называют свое имя, легион, имели в виду, что их очень много, многочисленно. И это не просто один бес. И в действительности, когда Господь взмолился над ними, поскольку не пришло еще в то время изгнание вот этого бесовского зла, Господь позволил им войти в это святое стадо. Но дальше случилось так, что все это стадо бросилось в море и погибло. В сущности, бесовская сила показала, что ничего доброго она не может сотворить. И все, что она делает, это для погибели создания Божьего. И, вы знаете, в Евангелии вот это именно место об исцелении бесноватого повторяется в течение года 5 раз мы читаем вот именно это место. Святые отцы специально отмечают и дают нам специально уразуметь, как важно помнить, братья и сестры, что когда мы даже в малом согрешаем, когда даже в малом мы попускаем себе, мы должны помнить, что в этом малом может быть слишком много. Это может быть начало вот того легиона, который через малое может войти в нас. И любое наше согрешение, которое иногда мы делаем даже осознанно, казалось бы, совсем немного нарушить пост, казалось бы, совсем немного обидеть кого-то, совсем немного кому-то не помочь, не обратить внимания, забыть о ком-то. Совсем немного, но иногда через это немного входит в нас совершенно другое число, и мы даже не подозреваем, исповедуя свои собственные грехи. Мы хорошо знаем, что вот в большом, как бы в большом или в больших грехах, сверху или как-то более, мы не согрешаем. Но иногда вот эти малые грехи, на которые мы вообще даже внимания не обращаем, повседневные грехи, но они очень важные, братья и сестры. Потому что вот этих повседневных грехов у нас накапливается такое количество, что если бы мы могли увидеть или взвесить их, то, вы знаете, некоторые даже очень большие страшные грехи этого перенесли. Мы не замечаем, мы вырастаем. Вот мы живем с этими грехами, перестал это начать внимание. А это важно, братья и сестры. Важно себе давать оценку. Важно помнить, что я делаю. И молитвы, правила вечерние об этом нам напоминают, когда мы их читаем, мы как бы еще раз повторяем наш сегодняшний день, наше согрешение. Не всегда в храме мы исповедуемся, то есть не каждый раз, но дома, молясь, мы обязательно должны как бы вспоминать, давать оценку сегодняшнему дню и повседневно это делать. У нас так часто бывает работой со суетой житейской. Мы не всегда даже правила это читаем, но у каждого хотя бы несколько минут обязательно должно найти времени, чтобы обратиться к Богу, поблагодарить, обратиться к самому себе, обратиться к своему состоянию. От этого, братья и сестры, мы можем все стать чище. От этого, по нашей чистоте, по нашей подготовленности, мы даем возможность в нашей благодати Божьей присутствовать. И наоборот, когда мы этого не делаем, мы сами себе, сами в себе открываем вот этот путь, не дай Бог, злу, региону бесовскому, который всегда старается, и Евангелие сегодня это подтверждает, всегда старается навредить любому созданию Божьему, а тем более тому, которое создано по образу и подобию Божьему.
Господи. Аминь. Thank you.
из священномучеников русского великолетия, отца Иоанна Кочурова, который здесь служил в Чикаго, и при нем был выстроен Троицкий собор. Он затем вернулся в Россию перед Первой войной и в царском селе на глазах у старшего сына был убит. И помимо того, что он здесь служил в Чикаго, и Чикаго ему близок, конечно, мы несколько лет тому назад получили дар икону его с мощами. Так что сейчас пропоем величание и молитву ему прочитаем. Затем сегодня также память преподобный Спиридоний Никодимов, проспорников печерских, и наше сестричество, наши проспорницы выбрали своими покровителями. Так что мы поздравляем наших проспорниц с праздником. Затем у нас в епархии есть благотворительный фонд, который помогает съездам молодежи и тому подобного. Он назван в честь священномученика Иоанна Кочурова, так что сбор у Христа на этот благотворительный наш фонд. А затем сегодня под утро скончался отец Иоанн Сихалюк, который много лет служил во Владимирово. Еще не могу объявить, когда похороны ему подобные, я утром с матушкой говорил, она ее желание, чтобы матушку похоронили во Владимирово, но для этого нужно выполнить разрешение у властей, так что кто как еще пока неизвестно. Но сейчас пропоем величание и молитву. Умиленную душею
ты, юный наставник мудрый, всем же благосердный отец, и тем ты молитвами, яко на молитвами твоими, соблюдется в православии святая Русь, и непрестанно славится в ней, имя Пресвятые Троицы, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки.
Благословенный и благословенный, 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 и